Переведено и озвучено по версии Killer King Records. Чё как, ребят, сегодня мы здесь с Фэтти Поттером и Винни Боном. Для потенциально самой офигительной игры Skater против Skate 3. Наконец-то у меня появился шанс выиграть в Game of Skate по парку. Против Винни, да. Для тех из вас, кто не знает правила, Фэтти будет задавать трюки в игре Skate 3. Винни будет на реальной доске. Они скидываются, и кто победил, тот задает первым. По сути, обычная игра в скейт. Ребят, готовы? Погнали! Блин! Что задаешь? Я начну легонько на грани бэксайд файво. Оу, теперь ты задаешь. Пошли в мини-рампу. Сначала сделаю фронтсайд эйр. Его доска парила, его ноги были даже не рядом, и он все равно приземлил. Я называю это разогревом. Можно скажу по-быстрому? За все это время, сколько мы играли в эти игры, я ни разу не опасался за игрока в Skate 3. Не волнуйся, он не пострадает. Энергию он потратит только на то, чтобы пальцами шевелить. Трех из трех. Вау. Походу, эта игра никогда не закончится. Я думаю о каком-нибудь запутанном трюке. Кто-то типа хардфлипа, да? Да-да-да-да-да. Никогда не видел, чтобы кто-то в реальной жизни так продумывал трюки. Он просто парит. Парит как бабочка и жалит как... долбанный шершень. Блин! Блин, чувак. Ты слишком много играешь. Трёха на фейки. А ведь он не может устать. Как ты это сделал? Как ты сделал хиппи-джамп? Он, блин, хорош. Бэксайд 360 через пролет. Это было даже лучше, чем в игре. Фронт-тейл ту фейки на грани. Это все, что вам нужно знать о Винни. Он говорит, я никогда не сделаю этот трюк, и сразу же его делает. А потом такой, ой, я его выучил. Я сделаю фронт шаф бэк 50. Вау. Это я вряд ли сделаю с первой попытки. Бэк тейл. Вот это щелчок при исходе, а мне тоже так надо? Я сделаю кик-флип бэктейл на фейки. Он сделал! А, нет! Бэк 270 на лип. Я поставил ему букву! Свич 270 фронтборд. Свич 270 фронтборд. Да что с ним не так, чувак? Это было отталкивающе и оскорбительно. Он как будто мою мамку обозвал. Я не обижаю матерей. На самом деле это был как будто комплимент для мамы. Чё? Да. Да, Нолли Биггер Спин. Так много людей здесь. Зеваки. Они давят на тебя, Фэтти. Что? Со второй попытки у меня всегда получается. Теперь будем делать Нолли Биггер Хилл. Вот оно. Да. Окей, будем делать Back 180 Late Flip. Это абсурд. Даже бэкфут! Теперь биггер флип. Дзюдо план не сработал. Кикфлип бэктейл фэки. Что за... Чувак, у меня еще один шанс! Он все еще не сдается. Что за... Чел! Фэти, чувак, ты благословляешь меня. Спасибо тебе огромное, чел. Это невероятно. Я, наверное, даже могу его сделать, но это займет полных 7 дней, чтобы просто сосредоточиться и попробовать.
Фетти сегодня в форме. Пока что он даже не бесится, но как только он наберет побольше букв, я думаю, все случится. Сделаю свич-тейл. Ага, кикфлип-бэк-тейл, Фэки. Делай на маленькой грани. Да, есть! Это так забавно! Вау! Сделаю хардфлип инди. Вы говорили, я хорошо катаю. Вау! Может, все-таки маленькая грань? Да. Чувак! Я знаю, что он повторит, но так хочу сделать. Оу, чел. Никаких маленьких граней. Маленький рейл? Да блин! Он сделает. Мы официально постановили, что играем в скейт, а не в скейтборд. Бэксайд 360 лейт флип, вау. Если Винни повторит, я убегу из Брейлхауса, честное слово. Я устал. На самом деле, это не я против Винни играю в скейт. Это просто я в скейт 3 делаю те трюки, которые хочу увидеть, как Винни их делает. Фронтсайд флип с 5? Да. Окей. Свич 360 через скат. Как он так делает все, что ему говорят? Я не знаю, чел. Back 180 late flip с 3. Я думаю, уже можно идти делать. Бэктейл 270. Трехотейл грэб. Полностью подробный туториал, как делать трюки в игре. Сегодня я выучил тейл грэб прямо в процессе создания видео «Реальный скейтер против игры Скейт 3». Вау, чел! Я этого не ожидал. Хардфлип инди через пролет. Я сфокусирован. Напряжение в комнате нереальное. Окей, готовы? Я пошутил. Фронт 5-0 на рейле. Бэк 5-1 на рейле. Трёха на мэнуал. Чё? А это можно сделать в игре? Если он сделает шаф, потом лейт шаф, потом грэб, получается да. Ему надо сначала грэб, потом шаф. Нам надо понять, возможно ли это. А, окей, это возможно. Знаешь, я просто сделаю Бенихану. Правый стик, левый триггер, X. Еще одна попытка. Я облажался. Блин. Теперь, когда я делаю трюки, вы должны выходить из комнаты. Что значит, мы должны выходить? Я приземляю каждый раз, когда вас нет. Мне пофиг. Каждый раз. То же самое, что Винни скажет мне и оператору выйти из комнаты, когда он катает. Нет, это то же самое, как если бы ему приходилось прыгать через меня при каждом трюке. Я не понял. Это была первая игра «Реальный скейтер против Skate 3», которая казалась мне безвыходной почти. Это довольно странно, потому что я могу задать любой трюк, а он может его повторить. Он может задать любой трюк, и я его попробую. Хотя я задавал и Back 5-0, потому что я хотел, чтобы все было по-честному. Да. А еще я хотел, чтобы Винни делал безумные трюки. В основном он просто показывал мне, какие трюки надо сделать, и все. Игрок играет в игру и одновременно управляет настоящим скейтером. Я надеюсь, вам, ребят, понравилось это видео. Вы можете подписаться на инстаграм Фетти, ссылка в описании. Также вы можете подписаться на канал Винни и на его инстаграм, обе ссылки в описании. Подпишитесь, нажмите лайк и оставьте комментарий. И напишите, кого вы хотите видеть в следующем видео.
видео «Реальный скейтер против Skate 3». Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. Фэтти, что ты делаешь? Замечательно и пыльно. Гейб, тебе надо помыться.